Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Star Wars! Star Wars! Мы находимся на планете под названием... Датамир. Да, сразу вам скажу, жители здесь нам не рады, блядь. Ладно, давайте-ка мы продолжим. Меч работает, меч синенький, все хорошо. Мы поднимемся сейчас наверх, так как... Кстати, вот там вот какая-то хрень есть, смотрите, а как ее взять-то? Что это вообще такое? Причем тут какие-то наскальные произведения искусства? Ну ладно, пойдемте, может там как-нибудь сверху сможем пробраться. Возможно. Здесь мы уже всех поубивали, тут было два типа. Вопрос на миллион. Вот эта дверь открыта, интересно. Что такое, блядь? А что ты не разрушаешь? Хоп. Не, что ты... что ты, блядь? Эй, Коля, блядь. Не хочет. А вот эта хуйня? А это разрушается. Это разрушается, но там ни хера нету. Ладно. А мы сейчас вот сюда вот пробежим, посмотрим. Может, тут действительно есть проход-то? Ну, должен же быть. Какая-то потаенная часть. А это что, не убивается? Все нормально. О, костер. Погоди. Блин. Там кто-то есть, что ли, уже? Эх, бляха, нихера ты, блядь, спрятался. Опа, парирование, блядь, отлично. Ох, ну, я его красную атаку отбил. Нет, дядя. Красиво получилось. А я краем глаза заметил, что там с левой стороны кто-то есть. Кто-то есть, и точно, вот лестница, а это как раз, наверное, туда, и есть проход-то, как я понимаю. Слушайте, ну нет, здесь, в этих вот вазах, ничего нету, вроде как. Один хер бегаю разрушать их. Ну, проверка. Я вижу тебя, чужак. Ах, бляха, пропустил ударчик-то. Слушайте, нет, получено очко навыков. Это отлично, но... Ну, а там тогда что за дверь? Может, она не открывает? Слушай, я себя по огню пройду, ну-ка. Нет, тут огонь не убивает. Да? Не убивает. Стоп, тогда здесь и здесь нету прохода к той штуке. Надо выяснить просто, открывается эта дверь или нет. Ну, наверное, нет, я так полагаю. Не двигается. Не двигается. Нашим легче, как говорится. Нашим легче. Сохраняться-то уж не будем бегать, правильно? У нас две аптечки есть, как бы. Здоровье-то еще нормально. То есть мы с вами сейчас пойдем наверх. Посмотрим. Где же там эта хреновина-то? Тут, по идее, должен быть где-то проход. Но его нету, блядь. Так, что такое происходит? Смотри. Ага, есть. Вперед, братья! По разуму. Отлично просто. Мне так нравится отражать. Так, цветы. Что такое, блядь? Цветы. Ну, здесь, смотрите, опять какая-то как бы дверь. Ну, она завалена всяким говном. Ну, хрен бы с ней. Сюда нас не пускают, да? По идее, где-то вот здесь вот как раз. Ну-ка. Или не здесь? Та штука-то должна быть. Ладно, давайте-ка мы дальше пойдем. Мы просто обследуем. Вон солнце, блядь. Брат. О, смотри, стоит. Брат ночи. Ой. Я прорвался. Спокойствие. Где он? Опа! Опа! Блять, не успел, что ли? А второй что не стреляет?
Там коробку я видел. Я видел там коробку. Ну чё, мудаки? Ага, его. Хопа. Хопа. А, отлично просто. Ты поплатишься, чужак, он сказал. Ты будешь стрелять? Эй, хуила. Нет, он умный. Так, давай-ка откроем эту штуку. Ну, началось. Так что там было? Получена новая раскраска богомола. Гонщик. Гонщик. Стреляй. Стреляй. Слушай, ну он не хочет стрелять-то, а чё ты? Может, он ослеп? Может, он меня не видит? Может, он сыт просто? Не-не-не, смотри-ка, что-то происходит. Да ты нахуй. Придется идти вниз. Опа. Слушай, вот тут я среагировал. Ничего себе. Ничего себе. Что такое у них вот это... А, это лук так светится. Ага, ладно. Не могу. Почему? Как туда залезть? А, ничего себе. Ничего себе. Сейчас мы тут пробежим тогда. А может... Не, бежать придется в любом случае. Сука, блядь, тут проблема-то у меня. Я рано прыгать начинаю. Почему? Заранее. Надо попозже. Не бздеть. А я что-то тут выебываюсь. Это что такое? Мы там были? А, я не могу на нее, я не могу на нее залезть. Сука, ёпты мать, я упал. А что? Да ладно, ёбаный. Я в самое начало, что ли, свалился? Твою мать, а почему нет быстрого пути? Веревку хоть какую? Слушай, давай-то сохранимся, сбегаем. Все-таки мне этих братьев, братья. Братьев-то нормально так поебали. Сейчас медитируем. И пойдем дальше. А, стоп. У меня есть очко навыков, точно. Стоять тогда. Давай-ка еще разок. Очко навыков, точно. Древо навыков. Ну-ка, давай-ка, поехали. Сейчас что-нибудь еще улучшим. Что мы можем улучшить прежде всего? Здесь уже два расходует силу. Кэл может совершать еще одну мощную атаку. Слушай, а вот это... атака в рывке. Она тоже... Слушай, да, расходует силу. Ничего себе. А я сейчас только что обратил внимание, у меня... Силу куда-то делась. Выполнение атаки после быстрого уклонения позволяет Кэлу пнуть врага. БХ. Удерживание замедления позволяет Кэлу замедлять цель на более длительное время. А вот второе что? Выполните атаку при беге позволяет Кэлу совершить особую атаку. Я все-таки вот, пожалуй, сделаю пока что вот эту энергию. Че ты, блядь, не, держать надо. Вот эту вот. То есть у нас будет замедление чуть дольше работать. И это прекрасно. И это прекрасно. Ну все. Судя по кругам, вообще, как мне кажется, здесь умений очень много. Хотя могу ошибаться. Получается, у нас 4 круга вот этих вот исследовательских. Не знаю. Но может активно только одно. Не могу сказать. Ладно, идемте туда. По пути сестер. По пути братьев ночи. Да, конечно. Я разочаровался, увидев в прошлой серии сестру-то, блядь. Я уж повторюсь. Не так я их представлял, блядь. Думал, что-то будет грудастое, полуголое. Но нет. Обычная какая-то баба. Так, давай запрыгивай. Хопа. Есть, отлично. Только с белой мордой. Во. Вот сейчас вовремя прыгнули. Вот сейчас отлично все получилось. А это что такое? Тут знаки? БДшка не хочет читать. Ну ладно. Мы тогда пойдем дальше. Пойдем дальше. Где-то эта штука
Вот та светящаяся, она где-то здесь рядом. Вон через пролет. Это что такое, прыжок веры? Смотри-ка, смотри-ка, сейчас мы его пиздец. Мне не послышалось? Тебе нет? Я проверю. Красиво! Ох, блядь, ёптывать, паук! Все, отскочили. Вообще по красоте получилось. Смерть сверху — это отличный такой прием. С одного удара он убивает эту штуку. Началось. О, там что-то было. Получен новый приключатель светового меча. Магус. Штуку, блин, вот этого брата, братка. Братка ночи. Браток ночи. Ну, если их вот много мне попадется на пути одновременно, они меня запиздят, это точно. Они нихера не слабые противники-то, блин. Вообще вот ни разу. Браток ночи. Браток ночи. А это что у нас такое? Тут что-то как-то пройти? Нет? Есть еще одна дверь. Но вот это у меня такое ощущение, что она откроется. Хотя... Ну-ка, открывай. Блин, точно. Открыт короткий... А, открыт короткий путь. Ну вот, смотрите, мы открыли дверку-то одну. Вон там сохраняшка, все. Это как раз, которую мы не смогли открыть. Она была заперта с обратной стороны. А здесь что? Здесь высоко, блядь. Вот что. Высоко. Так, тут можно вниз спуститься, а можно... Можно просто перепрыгнуть. Блять, так это мужик, что ли, стоит? Ты посмотри-ка. Там точно мужик или баба. Ух ты, это может, сестра ночи как раз. Что такое? Тут что за херня? Пройти-то не могу. Нет, я туда проползти не могу. Есть веревка, кстати. Ну-ка, подожди. И куда она ведет? Ну, это очень высоко. Я не уверен, что я за веревку могу эту зацепиться. Тут что-то есть. Ну, куда я послушаю? Взаимодействие. А, это верстак. Я думаю, что за херня? Что он делает? Да ладно. Двусторонний световой меч отлично подходит для подавления толпы. Используйте атаку силой, чтобы одолеть многочисленные группы противника. После успешно отраженной атаки продолжайте парировать заряды бластера, чтобы направить их во врагов. Двусторонний световой меч. А как переключить? А, вот так. Хоп! Ёб твою мать! Ты глянь! Надо кнопки только не переебать, не перепутать. Получена новая муфта светового меча. Персонализировать световой меч. Ну, погоди-ка. Охренеть. Мы что-то тут нашли вроде. Что-то новенькое. Да похуй, на самом деле. Ничего себе. Это подожди, а там что за мужик ты стоял? Или баба? Что за мужик ты там стоял? Да давай, Коля, блядь, ты че нахуй? Во! А, славный странник. Смотрю, ты уже познакомился с сестрой ночи и... даже как-то выжил. О, световой меч, нет, не прячь его. Теперь ясно, как ты выжил. Кто ты? Ты не бойся меня. Я странник. Изучаю природу вымерших рас, мертвых философов. Изучаешь сестер ночи? О, я изучаю всякое. Да, та сестра ночи. Она была мала,
когда здесь началась война. Вся семья погибла на ее глазах. Что ты знаешь о руинах? Они очень древние. Сестра Ночи и ее клан поддались силе, что там сокрыто. Не ходи в руины. Тебя ждет тоже. Не ходить в руины. Да, ну-ка, подожди. Чужаки. После приземления на Датамире Кэл и БД-1 встречают сестру Ночи, которая требует от них немедленно покинуть планету. Получив отказ, она приказывает братьям Ночи атаковать их. Ускользнув от нападающих, Кэл и БД-9 наталкиваются на странника, который заявляет, что занимается изучением руин Зеффа. Кто он и что стало с сестрами Ночи, еще только предстоит узнать. А я туда не пройду, как я понимаю, да? Погоди-ка. Да, так высоко я не прыгну. А, далеко, да. Далеко. Надо какое-то умение. Надо какое-то нам умение. Ну, давайте вот сюда сходим тогда. Здесь же вот путь-то как бы открыт. Там, может, что-нибудь найдем. Хватит лагать, блядь. Паук. Но у него вроде как удар послаб. Да, блядь, ядом ебошит. Да убери ты... У двустороннего как-то вроде ядом... не ядом, говорю, удар послабже. А как убрать-то мне? Я хочу односторонний... А, во! То есть вправо двухсторонний, а влево односторонний. Нет, с односторонним походим. Мне почему-то больше односторонний нравится. Да и удар у него вроде как посильней. Потому что... Где он? Ох, нахуй. Вот, двух ударов пизданули. А с... Да ёб твою мать. Это что такое? Ага. А этот самый? А двусторонний? С четырех. Я так понимаю, тут надо лезть, что ли? Да. А, вот, тут же есть... Куда-то можем забраться. Ну? А, так это сила, наверное, там. Вот же она. Почувствовать отзвук. Как раз, наверное, какой-нибудь двойной кружок. Кого-то привлекло скрытое здесь. Энергия руин? Зов. Незнакомец. Кто-то направился к руинам. Я ощутил зов в древней темной энергии. Зов один из трех. Я думал, что... Надо заняться ранами. Блять, что ты едва делаешь? Уцелел. Что ты наделал, сволочь? Я перепутал опять кнопки. Погоди-ка. А если мы... Нет, на дерево на это вряд ли нам надо прыгать. Но мы можем так-то, если что, сохранить. Слушайте, нет, я пока, наверное, вернусь назад. Может быть, нам у странника спросить, что да как. Что ты делаешь, блядь? Что ж ты, гад, делаешь? Как вот спуститься аккуратно? Я не знаю, честно сказать. Давай, прыгай. Дэц. Вот то... Не, ноги вроде ломаются при прыжке. Я что-то опять не обратил внимания, к сожалению. Ну ладно. Может быть, действительно у него спросить? Мне как-то надо допрыгнуть до туда. По-любому. Как-то надо допрыгнуть. Ну, может, он знает. Хотя он просто странник, и морда мне его не нравится. Что-то он, блядь, недоброе затеял. Так, ты. Не похоже, что ты готов. Датамир не прощает ошибок. Приходи, когда действительно будешь готов. И долго ты уже здесь? Достаточно. Этот мир даровал мне веру, когда я в ней нуждался. Убежище, когда я был слаб. Просветление, когда я блуждал во тьме.
Ясно. Слушайте, меня знаете, что пугает? Смутные сомнения. Как бы мне не пришлось сейчас обратно на корабль пиздячить. И искать на другой планете новые умения, вот это вот какое-то. И то ли левитацию, блядь, то ли... То ли еще чего-то. Здесь есть веревка. И вон там что-то есть внизу. Слушайте, а если я вот, допустим, зацеплюсь за нее, за этот трос? Блядский рот. Не прокатило. Но это меня печалит на самом деле. Неужели? Неужели мы сюда зря приехали? На этот Датамир. Я сам смешно, это корабля-то не знаю, как дойти сейчас. По-быстрому. Это столько... Столько времени мы потратили, ё-моё. Ну хотя корабль не так далеко. Сейчас мы можем вот здесь вот срезать. Ём твою мать, а. Вот так вот по незнанию-то. Блуждать по мирам. Я, может быть, совершаю ошибку. Может быть, здесь и можно как-то. Так, ну да, проверка. На ноги. Не, ноги не бьются, блядь. Да, может быть, я совершаю ошибку в том плане, что сейчас собрался идти обратно на корабль и ехать на Зеффу. У нас выбора нет. Как я понимаю. У нас нету выбора, к сожалению. Есть только двери, но они не открываются. Вот это закрыто с другой стороны. Как открыть, хуй знает. Видимо, заблокировано. Угу. Враг! Да как враг-то, блядь? Откуда вы взялись-то, эй, блядь? Он убегает! Ебать. Ай, ай, суки. Думаешь, я тебе по силам? О, убежал. Ну, что ты, сука, делаешь? Мы можем победить, братья. Да ладно, успел, успел, успел. Давай со мной, сюда. С тобой? Ну-ка дай-ка я вот этой хуйней. Это ерунда. Как тебе это, джедай? Сука, я не успеваю увернуться. Не, вот этой двойным мечом, конечно же, быстрее орудовать-то получается. А я же это самое, я же... я же там лечился, и поэтому все враги вернулись. Корабль вон стоит. Корабль стоит. Это что, ящик готовый? Чтобы управлять этим устройством, необходимо починить щуп-адаптер. А где его починить-то? Щуп-то адаптер. Я бы починил. Неужели на Зеффа надо ехать? Ёбаный рот. Ну нет, 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 не может быть этого. Ай, твою мать, успел, успел, хера. Да что ж ты будешь делать? Где еще один? Вон еще. Еще один. Ай. Ай-яй-яй-яй. Погоди, погоди, короткий путь туда есть, типа того. А там здоровый тут где-то ходит. Должен, по идее. Я не вижу других вариантов. Там мы не пройдем никуда. Вроде бы, как бы. Нигде никаких... Слушай, а тут дверь-то закрыта, что ли? Или нет? Подожди, 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 вот же дверь, да? Не вижу никаких вариантов, как бы я смог там перепрыгнуть. Наконец-то. Рад, что ты цел и невредим. Была пара опасностей. Надеюсь, ты не притащил их сюда, парень. Вроде нет. Все будет хорошо, Грис.
Мы защитим друг друга. Парень, я не знаю, серьезно ты говоришь или нет, но именно этого я от тебя ожидаю. А если не станешь, мой призрак тебя изведет. Я встретил сестру ночи. Что случилось? Ты в порядке? Я цел, но понятно, что нам здесь не рады. Она не одна. Братья ночи? Похоже. О, нет! Сколько же их там? Не знаю. Кордова говорил, братья служат ведьмам Датамира. Повезло, что ты остался жив, Кэл. Может, пора линять? Как вариант. Мы всегда можем вернуться позже, если ты не готов, Кэл. Слушайте, ну вот она говорит, если ты не готов. Ну, я не готов, наверное. Ну, мы обязательно сюда вернемся. Давайте тогда посмотрим на голотрансляторе. Сейчас мы... наконец-то, пора сваливать. Нету вариантов, кроме как на Зефу отправиться. Зефа, тем более он, судя по виду, как земля наша. Датамир. Исследовано 22, тайников 1. Погнали мы, значит, на Зефу. Возможно, я совершаю ошибку, я повторюсь. Ну, хуй её знает, я вот так решил. Ничего лучше я не придумал. Так, что такое? Отыскать древние гробницы на Зефа. А что такое? Ну? Так как... А, отправиться на X. Это Зефа, да? Богана, Зефа. Погнали. Ты меня помнишь? Я прибыла, чтобы найти своего бывшего учителя, Эна Кордову. И тебе привет. Вы, должно быть, много времени провели вдвоем на той планете. Он ушел сразу после того, как тебя активировал. Ты помнишь последнее, что тебе сказал Кордова? Удачи, джедай. Да прибудет с тобой сила. Сообщение для Кэла. И все? Приготовься, парень. Начинаем посадку. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. О. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись. Безупречно. Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефе, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Я вижу, вы оба многое пережили. Это нелегко. Да, нелегко. Но я думаю о тех, кто когда-то в меня поверил. Если я отрекусь от себя, то и от них тоже. Уверена, у тебя есть свои примеры. Прав. Мой друг с браки. Он пожертвовал собой ради меня. Он верил в тебя. От тебя многие зависят, даже если они об этом пока не знают. Не сдавайся, Кэл. Ради Прауфа. Ради всех.
Интересно, вот та вот зверюга по имени Грис. Грис, ебет ее? Ну, наверняка. Вот. Ладно. Сейчас мы тогда сохранимся. Очков навыков нету, но мы уже близки к получению. Сохранились. И сейчас пойдем на планету. Время у нас пока есть. Прекрасно. Но тут, я так понимаю... Стой, у меня нету семян-то, я его не нашел ведь. Нужно посадить здесь семена. Семечек у меня нету. Ладно. Тут вот три планеты только всего лишь на этом гало... Как там? Галотранслятор? Я надеюсь, их будет гораздо больше. Потому что, блять. Я надеюсь, что игра будет большой. И длинной. Что-то вижу сразу. Блять, как же она нарисована, а? Очень жаль, что вы на Ютубе. Это кто? А, это и есть, блядь. Очень жаль, что вы на Ютубе не можете всю прелесть графы увидеть. Что-то там сломалось у него, смотри-ка. Отлично у нас получилось. Надеюсь, ты не пострадал. Ну а что уставился? Ты с кем разговариваешь? Да с моим кораблем. Богомолом. Хорошее имя, да? Внушает страх. Ой, да что ты понимаешь? Ты, наверное, и кораблем-то не управлял. Может, однажды я тебя научу, когда закончишь с джедайскими штучками. Даже скидку сделаю. Отличная посадка, Грис. Ты мне? А, да, раз плюнуть. Это легко для опытного пилота вроде меня. Особенно на корабле вроде этого. Такое не стыдно украсть. Не, я не украл. Я его купил. Ну, как бы, почти. Небольшой долг. Ну, то есть, большой. Ой, да ладно, все в порядке. У тебя там джедайских дел нет? Двигай, парень. Пизданул корабль, блядь. Ладно, сейчас мы тут пробежимся. Там две каких-то капсулы. А здесь что у нас такое? Коробы. О, есть коробка, отлично. Вернись сюда. Что там, BD-1? Получена новая тема BD-1. Синий лидер. Тут достаточно большая такая площадочка, как я понимаю, посадочная. И, судя по всему, тут не очень холодно, раз Калек бегает в такой жилетке. Здесь закрыто? Закрыто. Легкой причем. А вот это что такое? Я думал, это как-то работает. Как-то можно с этим взаимодействовать, но нет. Ладно. Все выглядит очень заброшенным. Вон там что это? Блять, собака нахуй. Вот тоже тут в игре порой есть несколько путей. И хуй знает. Куда вот идти? Туда в ангар? Внутрь? Блять, следы остаются. Это потрясающе. В ангар или здесь побегать? Тут что у нас такое? Тут у нас чудеса аквилибристики сейчас будут демонстрироваться. Они кого-то там едят. Солдата, блядь, имперского. Осторожно, беди. Вид у них недобрый. Ох, нахуй. Блядь, ты чё нахуй? Это кто такие вообще? Тебя сканировать не надо? Сейчас мы просканируем. Слушай, а чё ты не сканируешь? Иди сюда, беди один. Где он? Сканировать надо. Во! Да, блядь, сканируй ты, ёпты мать. Хорошо. Сказ. Владеют двумя атаками, кусают за пятку или блокируют перемещение жертвы прыжком, который нельзя заблокировать. Очень хитрые. Предпочитают атаковать обездвиженную жертву целой стаей. Сказы предпочитают поддерживать низкую температуру тела, так что, как правило, их можно обнаружить в тени или в темном месте. Из-за слабого зрения они особенно уязвимы при ярком свете. Это стайные хищники, которые наиболее опасны именно в группах. Когда сказ мертвой хваткой вцепляется зубами в жертву, его товарищи могут с легкостью ее атаковать. Сказ. А это что тут? Надо тоже просканировать. Штурмовик.
Штурмовик. Эффективно действует при численном превосходстве. Их выстрелы можно отражать световым мечом. Имперские штурмовики сражаются на передовой Галактической империи. Солдат для этих подразделений набирают по всей галактике. Штурмовики – основная ударная сила имперской военной машины, способная противостоять практически любой угрозе. Они владеют многими типами вооружения, в том числе дальнобойными бластерными винтовками, и предпочитают действовать большими группами, чтобы обеспечить себе численное преимущество. Кэл, ты меня слышишь? Имперцы, они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Что? Электропосох штурмовика-разведчика. Имперские шоковые дубинки выдавались штурмовикам, размещенным в отдаленных областях, где могли возникнуть неожиданные угрозы. Для создания этого оружия использовались те же компоненты, что и для посохов, электропосохов эпохи войн-клонов. Однако империя внесла некоторые доработки в устройство дубинок. Тут закрыто, я как понимаю. Не могу открыть. Тогда у нас только один путь. Точнее, два. Пизжу. Один сюда. И один туда, вот в ангар. Где сказ? Сказ. Я даже, блядь, запоминаю, как их зовут, ёпта, блядь. То ли свинья. Эх, нихуя себе, блядь. Хорош, ты чё, блядь? Сказ, ты ещё один, что ли? Да, сука! Блокировка не работает. Насказов. Можно пойти на... Где-то еще один, что ли? Я здесь не залезу никак. А здесь? И здесь нет. А здесь? Ну что ты не цепляешься? Коля. Коля, блядь. Можем пойти как вот туда. Так и вон туда. Ох, блядь, этот ж выбор, а. Ну погнали, пока сюда сходим. Оп. Тут что-то будет полезное, может быть. Угу. И что тут? Что-то какое-то одеяло валяется. Дверь есть. Дверь. Это с обратной стороны, наверное, да? Которая закрыта была. Открыт короткий путь. Отлично. Так, сказы. Убейте его, наконец. О, эти самые. Хуилы. Стреляй! Нужно пробить его защиту. Так, следующий. Не ебаться! Не целоваться, блядь! Сейчас нельзя, да, сука! Ошибки. Готовы! А здесь что такое? Здесь открывается? Это какой-то бункер, блядь, смотрите. А тут что? Это полочка. Она, наверное... Ну-ка, давай-ка залезай. А там ящик. Прекрасно. Погоди. Это что-то полезное? Получен новый эмиттер. Эмиттер новый получен. А могу зацепиться за эту хуйню? Нет? Ладно. Ты куда? Трава, что ли, какая? Нет. Предупреждение. Запретная зона. Имперский закон 94-36-4. Продажа и обмен запрещены. А где ты прочитал? А, вот. Тут какие-то, опять же, тарелки. Казан. Казан. Ну, слушай, там еще большая территория. Территория не обследованная. И где-то тут кто-то, блядь, орет на. Вот это что такое? Тоже непонятно, какая-то башня. Но нарисовано красиво, конечно. Покинутая деревня. Это тут надо замедлить, как я понимаю.
Кажется, там кто-то есть. Приближается джедай! Приближается джедай. Опа! Отлично, просто. О-о-о. Вон еще один. А, тут их много. Ну, вот эти имперцы, они очень никчемные. Сканировать. А? Погоди, там он что-то еще бьет. Еще бьет. Штурмовик-разведчик. Может блокировать некоторые атаки световым мечом, но его защиту легко пробить. Легкие противники в бою один на один, но опасны в большом количестве. Имперские штурмовики-разведчики — особое подразделение штурмовиков Галактической Империи, выполняющие целый ряд миссий. Эти бойцы оснащены обеспечивающей высокую мобильность легкой броней и особыми шлемами, которые позволяют эффективно действовать в любых условиях. В ситуациях, когда бластеры бесполезны, они прибегают к использованию шокового оружия. Штурмовики-разведчики специализируются на ближнем бою. На ближнем бое. Миссиях массового подавления и противодействия световым мечам. Стрелять будешь? Стреляй! Отсюда живым. Как не уйду отсюда живым? Что ты, блядь, несешь, дура? Что ты несешь? Там, кстати, открыто, по-моему. Домушка. Сканировать. Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Ну, уведомление о выселении. Уведомление о выселении. Гражданские лица должны немедленно явиться для переселения. Мародерство карается расстрелом. В соответствии с имперским законом 94.36.4 продажа и обмен собственности и имущества запрещены без надлежащего разрешения. Настоящая собственность и все находящееся в ней имущество теперь находится под защитой Галактической Империи. Генерал Маркон, 201 эскадрон. Эскадрон моих мыслей шальных, блядь. Стульчик. Приближается противник. Огонь по готовности. Бля. Убил? Вроде убил. Здесь что-то еще есть написано? Нет, это, наверное, та же самая надпись-то, как я полагаю. Что за хуйня? Что это было, блядь? Хер знает. Что-то зашипело, блядь. Кого-то корабль пролетел. Эх, блядь. Береги, поберегись. Фух, получил в лобешник, блядь. Уведомление о выселении. Во, еще ящик, смотри-ка. Что там было? Получен новый материал костюма. Эх, блядь, попал, сука. В атаку. Есть. Ну? Уходим с траектории. Готовы. А там наверху-то больше нет таких? Хотя, смотрите, можем пройти здесь. Здесь дверь не открыта. Эх, нихера тут, блядь, какое. Это что такое тут происходит? Это у нас сохраняшка. Ну-ка, подожди-ка. А здесь за... Нет, это, наверное, с обратной стороны. Сейчас мы откроем. Да. Это где мы? Ах, вот где мы. Подожди, тут ящик, но это ящик со щупом. У нас щупа еще нету. Или нет? Без щупа. Эй! Это что-то полезное? Получен новый материал пончо. Браво. Браво. Стоять тогда. Тогда давайте здесь посмотрим, что вообще есть. Что-то трясется все, блядь. И смотрите, это хорошо, что мы не пошли сюда изначально. Куда ты побежал? Что это такое? Хорошо, что мы изначально сюда не пошли. Потому что тут была дверь-то закрыта. Ящик для хранения. Прочные контейнеры для хранения и перевозки хрупких предметов. Наружная часть выполнена из тяжелого металла, который способен выдержать суровые ветра Зеффа. Зеффа. Тут ничего больше нету? Слушайте, нет ничего больше. Ну ладно.
Тогда погнали, сейчас сохранимся. Блёха, мы две планеты посетили в этой серии, и ни на одной ни хера ничего не сделали, блядь. Ну, чё ж теперь? Чё ж теперь? Вот так вот. У нас есть очко, кстати. Древо навыков. Погнали. Древо навыков. Вот это... тут пока больше ничего нету. Очко навыков. Выполнение атаки после быстрого уклонения позволяет Кэлу быстро пнуть врага. Ну, давайте сделаем. Ах, вот тут что надо. То есть, BX. Ага. BX. Хорошо. А во время... Подожди, во время этой... Стой, я хочу попробовать. А, во, пинаем, все понятно. Тут тоже, блядь, вот эта комбинация клавиш не люблю, я постоянно путаюсь в них. Это как и в Mortal Kombat играть, блядь. Жми на все кнопки, блядь, какой-нибудь прием да получится, блядь. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока.